A very good afternoon to you, ladies and gentlemen. My name is Dr. Sergey Brilyov. I'm a presenter with Russian television in Moscow, but in my parallel life, I also preside over the Global Energy Association, of which Rosatom is a partner. I should warn you that during the presentation, I'll be jumping from one language to another. So English is in channel one, Russian is in channel two, but there's also a third language which is going to be involved. I'm honored to be welcoming you at a global event at Global Crossroads. And I think we should start by expressing our gratitude to the host country, the amazing United Arab Emirates, a country which, if I may say so, is the land of not hawks, but of able falconers. I'm also honored to be hosting today an event organized on behalf and by the Rosatom, Russia's nuclear monopoly. And we've just witnessed a marvel, a city of the future, the city of the future, rather, growing out of the deserts. All of this based on the mighty source of energy, which is, of course, the small modular reactor. And this is exactly and precisely the topic to which today's event is dedicated. But then, is it worth all the hype? Is it really the technology of the future? We'll be speaking today to various personalities from both Russian and international environments. But first and foremost, we will talk to a representative of Rosatom proper, its head, Mr. Lihachev, and its deputy director, Mr. Komarov. I will first address Mr. Lihachev. Алексей Евгеньевич, прошу вас подняться на сцену, глава Росатом, который сегодня с нами. Алексей Евгеньевич, да, СРМ. Сегодня еще доберемся, но первый вопрос будет такой. Вы в прошлом году очень смело сказали, что, в общем-то, дискуссии о будущем атомной энергетики закончились, что, в общем, все и так понятно. Вы действительно так считаете? Вы полагаете, что в 2021 году произошел такой качественный рывок, мы же через что-то переступили? Спасибо большое за вопрос, уважаемый Сергей Борисович. Если позволите, я все-таки поприветствую наших участников и поблагодарю за активное участие в этой нашей атомной неделе здесь, на Экспо-2020, всех наших гостей, господ министров, руководителей Всемирной ядерной ассоциации, корпорации по атомной энергии, Объединенных Арабских Эмиратов, посла Российской Федерации и всех-всех гостей, кто тратит свое драгоценное время на изучение крайне важного вопроса роли и места атомной энергетики в мировом энергобалансе. Спасибо вам большое. Возвращаясь к вашему вопросу, смотрите, я действительно говорил о том, что в каком-то смысле прошлый год разделил нашу жизнь на до и после. И это не фигура речи, это не красочное преувеличение. Причин здесь, на мой взгляд, две. Значит, первое, действительно, пандемия, очень жесткая ситуация, в которой мы живем последние два года, спрессовала и обострила те противоречия, которые были в мире вообще, в энергетической системе в частности. Поэтому пиковые энергетические нагрузки, коллапс с ценами на энергоносители, вытеснение в некоторых странах углем атомных станций, других видов источников генерации дало, ну, к сожалению, на мой взгляд, негативную картину, которая на самом деле идет вразрез с заявлениями мирового сообщества о принципах и правилах энергоперехода. Второй момент, уважаемый Сергей, это факты. Вот с фактами спорить нельзя. И я не знаю, вам, может быть, как журналисту лучше понятны истинные причины, но как-то так совпало, что к ноябрю прошлого года, к КОП-26, целый ряд политически неангажированных научно-исследовательских организаций, источников опубликовал определенные данные. И вот их совершенно, эти источники, невозможно упрекнуть в какой-то излишней любви к атомной энергетике или к России. Первое. Это заключение Европейской экономической комиссии ООН об реальных уровнях выбросов углеводородов на полном жизненном цикле тех или иных источников энергии. Верхняя граница
атомной энергетики 5,5 грамм на киловатт-час, значит, нижняя граница самого зеленого источника ветроэнергетики 6 грамм. Таким образом, мы даже не пересекаемся по углеводородному следу ни с одним из развивающихся и объявленных зелеными видов источников энергии. Второе, это заявление руководителя Мирового энергетического агентства, который обратился с предложением в 5 раз, я не оговорился, в 5 раз увеличить темпы строительства атомных станций в мире, чтобы подкрепить реальной базой обязательства стран, обязательства человечества по энергопереходу. Ну и венец всему, конечно же, это, на мой взгляд, заявление Объединенного экспертного института Европейской комиссии, а мы знаем о сложностях, которые идут в Брюсселе, о сложных переговорах, которые идут в Брюсселе по атомной энергетике. Я могу, ну, практически дословно привести вывод, который эта комиссия сделала осенью прошлого года, проработав все поручения европейских сообществ о возможности или невозможности погружения в зеленую таксономию атомной энергетики. Дословно вывод звучит следующим образом, что ни комиссии, ни ее специалистам неизвестны факты, что атомная энергетика приносит вред больший, чем те виды энергетики, которые уже помещены в зеленую таксономию. Фраза сконструирована сложно, но смысл ее абсолютно понятен. Даже далеко не влюбленные в атомную энергетику специалисты Европейской комиссии определили, что атомная энергетика абсолютно адекватна по своим воздействиям тем видам энергетики, которые уже в зеленую таксономию погружены. Вот все как-то, Сергей, это сложилось в единый контекст, и, наверное, впервые, вот в чем революционность, впервые на КОП-26 никто из атомщиков не оправдывался, а наоборот, мы совместно с нашими коллегами, атомщиками из европейских стран, из стран Центральной и Юго-Восточной Азии, из Соединенных Штатов Америки, обсуждали тонкости и детали, какая атомная энергетика, в каких объемах, в каких референтных станциях должна стать неотъемлемой частью того самого энергетического зеленого энергоперехода. Ну, в моем понимании, это полностью соответствует нашей идеологии. Мы убеждены в Российской Федерации, что невозможен энергопереход без расширения атомных мощностей в нашей стране. Есть и политические решения, официальные поручения президента Российской Федерации, правительства об увеличении нынешних 20% электрогенерации до 25% в горизонте до 40-го года. Но мы с вами помним известную истину советских времен. Думаю, молодое поколение ее не помнит, а я помню хорошо. Был такой устойчивый лозунг, если так можно выразиться: есть у революции начало, нет у революции конца. И в этом смысле эти революционные решения мирового сообщества, энергетических лидеров планеты, они, конечно, лишь развернули, можно сказать, перевернули дискуссию об атомной энергетике в сторону конструктивной, и нам предстоит еще много поработать над тем, каким образом, через какие технологические решения, через какие атомные технологии восстановить вот тот достойный удельный вес атомной энергетики в мировом энергобалансе. Ну, как журналист, ты тоже человек, получавший образование в советское время, изучавший немецкий язык. Я помню, что самым сложным диалектом немецкого был швабский, но сейчас, наверное, самый сложный диалект немецкого языка – это зеленый. Хорошо, что наша презентация проходит на русском и английском. Я по-русски вас спрошу. Это вы говорите о ренессансе атомной энергетики. Судя по всему, действительно перелом произошел. И вот как сказать, уже даже в обывательской среде или даже в обывательской среде сейчас, конечно, на слуху вот эти самые малые реакторы. Но это действительно революция или это просто маленькие станции?
Ну, смотрите, с точки зрения общественного сознания, конечно, это часть той большой революции, когда целый ряд стран, и здесь я просто вывожу за скобки политический контекст, вообще нет политической коннотации, и мы приветствуем в данном случае решение Польши, решение Украины о том, чтобы развернуть у себя, в том числе и строительство малых станций. Но вот как представитель российской атомной отрасли, я могу сказать, что ни у меня, ни у моих товарищей в голове нет никакой конкуренции между мощностями. Вот очень простой пример – это автомобильная, если так можно выразиться, автомобильная аналогия. То есть мы понимаем, что ни одна экономика не может развиваться без мощных самосвалов. И мы понимаем, что любая современная семья не представляет свое будущее без удобного экономичного седана. Поэтому в стране, в которой есть автомобилестроение, как правило, всегда существуют и большие мощные грузовики, и доступные, экономичные, востребованные населением автомобили. Вот примерно то же самое происходит и с атомными мощностями. Мы активно строим и предлагаем нашим партнерам большие мощности 1000-1200 мегаватт, блоки этих станций. И это очень хорошая устойчивая генерация, как говорится, 24/7, вне зависимости от погоды, природы и ветра, базовая генерация любой страны, ставшей членом атомного клуба. Малая станция хороша в конкретном месте в конкретное время. Там, где нет возможности протянуть сеть, там, где нет возможности использовать другие источники энергии в связи с длительностью дорог и невозможностью подвозить большие объемы топлива. Особенно это важно, на мой взгляд, в регионах экологически хрупких, таких как отдаленные районы севера, Арктика, где, конечно же, нет в обычном понимании ни сетей, ни дорог. И в этом смысле точечные решения, но в то же время достаточно солидным набором мощности, они приемлемы и востребованы. Скажем, то решение, которое мы предлагаем, оно состоит из двух блоков, ритм 200, полезной мощностью, выходной мощностью 105-107 мегаватт. Это население 100-тысячного города, понимаете, то есть 100-тысячный город двумя блоками может быть обеспечен, и вполне себе эта компетенция востребована. Я соглашусь с вами, что ну, как-то, как всегда в общественном мнении, маятник то в одну сторону найдет, то в другую. И сейчас действительно велик запрос и обывательский, и политический на использование малой мощности. Чего далеко ходить сегодня с нашими дорогими друзьями и партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, из Армении. Мы обсуждали в том числе и возможность сотрудничать в этом направлении, в создании малых мощностей. У нас есть в России целый типоряд. У Курчатовского института у нас таких решений от 1-2, включая через 6-8 мегаватт, до 50, до 100, 300 мегаватт. Это тоже малая мощность в нынешнем понимании. Мы готовы предложить разные решения. Но сказать, что технологический ландшафт будущего состоит только из малых станций, конечно, нельзя. Они будут равноправными участниками, они повысит свой удельный вес в общем атомном энергобалансе, но это будет, конечно, на мой взгляд, не единственное решение. Для нас, для Росатома, для России это такое особое направление, особая гордость, потому что наши разработки малых реакторов, они нами используются не только в части, собственно, наземных малых станций. Мы первые и единственные пока реализовали проект плавучей атомной станции. Реактор «Ритм-200» – это сердце атомных ледоколов, которые имеют референсы уже на протяжении десятилетий эффективного использования в Арктике. Мы работаем над реактором «Ритм-200М», более модернизированным, над реактором «Ритм-400», который станет сердцем уже нового ледокола «Лидер». Поэтому для нас это очень важная, доставшаяся нам от отцов-основателей атомной отрасли, компетенция по малым эффективным экономическим реакторам. Мы сегодня разберем разные детали. Я не хочу, держу себя за язык, как у нас говорят, чтобы не начать сейчас подробно рассказывать. У нас сегодня много докладчиков на эту тему. Но в чем с вами соглашусь? В том, что в силу разных причин атомная мощность сегодня вышла на авансцену.
на передний край обсуждения вот того дальнейшего технологического ландшафта атомной энергетики. И мы это приветствуем. Ни в коем случае не отодвигая другую тематику, мы это приветствуем. Нам есть что сказать, нам есть к чему пригласить и есть чему поучиться у наших партнеров, что мы и собираемся делать сегодня. Спасибо, Алексей Евгеньевич. В данном случае скажу уже как раз президент Ассоциации глобальной энергии. Мы же выдаем по трем номинациям премию в полмиллиона долларов. Традиционная энергетика, нетрадиционные новые способы. Вы сейчас уважительно отозвались обо всех. Вы бы точно были выше политики, упомянув поляков и украинцев. Но все-таки, что касается АСММов, то это российское изобретение. В России больше всего сейчас на этот счет, по крайней мере, практических наработок. Поэтому прошу вас занять место в зале. Я приглашаю на сцену Кирилла Комарова, первого заместителя руководителя Росатома и руководителя его блока, занимающегося международным бизнесом и развитием. Mr. Komarov, could you possibly elaborate on what Mr. Lihachev has just said? Are we talking really viable technologies which can change the world, so to say? The floor is yours. Mr. Lihachev has just referred to some technical details. I'm sure that you will provide us with many of them. Thank you. Thank you very much, Mr. Komarov. Good afternoon, ladies and gentlemen. Always a pleasure. Здравствуйте, дамы и господа, мне очень приятно, и я хотел бы начать свою речь для того, чтобы поблагодарить принимающую страну Дубай за атомную неделю, которую мы здесь проводим. Господин Бирюлев, спасибо за ваш вопрос. И я подготовил речь, чтобы ответить на адекватно на этот вопрос. Вы знаете, что малые модульные реакторы, они востребованы на рынке. На основании анализа, проведенного Международным атомным агентством, это ведущее направление, и Ренессанс ассоциируется с ММР и сочетание энергетический баланс атомные малые реакторы входят в энергетический баланс. Мы в Росатоме все-таки верим в многообразие структуры энергопотребления. ММР ничего не заменит, однако они, естественно, станут частью энергетических экосистем. Они полностью будут соответствовать потребностям современного энергетического рынка. В наиболее сбалансированной структуре энергопотребления каждый источник энергии будет иметь свою нишу, включая ММР. Они модульные, что сокращает период строительства. Они могут производить электроэнергию, что подходит для гибридного применения. Они имеют потенциал следовать за нагрузкой, что позволяет создавать комбинации с возобновляемыми технологиями, в особенности в распределенных системах. Они требуют меньше капитальных издержек в сравнении с другими проектами. Нужно меньше денег, чтобы завершить проект. Они гораздо лучше подходят для браунфилда, для, например, таких проектов, где выводятся из эксплуатации угольные электростанции. Они могут либо независимо, либо как модули быть частью более крупного модуля. И мощность можно добавлять постепенно, по необходимости. Этот список можно продолжать. Это огромный список. Однако есть определенные задачи, которые практически невозможно достичь без ММР. И сегодня мне хотелось бы пролить свет на три основных примера, где они поистине, с нашей точки зрения, незаменимы. Первое – это энергоснабжение удаленных регионов. Во-вторых, обеспечение долгосрочной предсказуемости цен на электроэнергию, в особенности для крупных промышленных проектов. И третье – обеспечение убедительной устойчивости и экологичности в производственных цепях проектов, для которых ключевую роль играет декарбонизация. Позвольте теперь продемонстрировать, как мы в Росатоме приносим решения в области ММР туда, где они нужны. Иногда это очень и очень далеко. Вы, наверное, знаете, что примерно 10% населения мира до сих пор не имеют доступа к электроэнергии. Доступа у них нет. Даже еще больше людей доступ имеют, однако они не соединены с национальной электросетью, потому что они расположены в удаленных и изолированных регионах. Это относится ко многим местам в мире. Давайте подумаем об огромных территориях Канады, Африки, Северной и Южной Америки. Давайте вспомним острова и архипелаги Юго-Восточной Азии и множество других регионов. Люди в большинстве удаленных регионов Земли сталкиваются с теми же вызовами,
вызовами в обеспечении стабильного энергоснабжения. Наша страна, Россия, не отличается в этом плане. Наши удаленные северные регионы, которые обладают большими минеральными запасами, занимают более чем 50% территории страны. Там проживает примерно 20 миллионов человек. Эти регионы расположены в зоне децентрализованного энергоснабжения. И стоимость транспортировки топлива составляет около 80% от стоимости электроэнергии. Инфраструктура недостаточно развита. Какое еще другое электроэнергетическое решение, если не плавучая атомная электростанция, может обеспечить надежную и чистую электроэнергию и тепловую энергию для промышленного развития и для местного населения? Другого решения попросту нет. Понимая этот вызов, мы построили первую в мире плавучую атомную электростанцию для энергоснабжения самого северного города России, Певек. Проект на самом деле уникален. Академик Ломоносов, так называется плавучая атомная электростанция. Она имеет два малых модульных реактора, которые генерируют до 77 мегаватт электроэнергии совместно. Пуск состоялся в 2019 году, и журнал US Power назвал это событие одним из шести ключевых событий в глобальной ядерной отрасли в 2019 году. Мы очень гордимся тем, что до сих пор это единственная функционирующая плавучая атомная электростанция на ММР в мире. Как всегда, мы не тратили время на празднование, и мы двигались дальше. Мы разрабатывали новые плавучие атомные электростанции, Алексей Евгеньевич о них уже говорил, и наши новые плавучие атомные электростанции являются идеальной иллюстрацией моего второго комментария в отношении обеспечения предсказуемости и надежности крупных промышленных проектов. У меня есть очень интересный кейс или пример для того, чтобы это доказать. Давайте вспомним Баимскую рудную зону в России. Это горнодобывающий проект, в котором находятся крупнейшие залежи меди и золота в мире, который будет разрабатываться минимум 40 лет, а может быть даже будет еще и некоторое продление. Поначалу казалось, что использование СПГ для энергоснабжения – это логическое решение для данного проекта, потому что мы знаем, что газа в арктической части России много. Много проектов СПГ уже там расположены. Однако, замечали ли вы, что цена на природный газ за последние 6 месяцев росла 10 раз? В результате этого стоимость генерации электроэнергии за счет газа выросла более чем в 8 раз. Можете себе представить, сколько рисков владелец горнодобывающего проекта столкнулся бы за 40 лет разработки проекта с учетом выработки электроэнергии из газа? Для таких проектов, как Баинская, стоимость киловатта является ключевой, потому что отсутствие централизованной генерации электроэнергии в отдаленных регионах делает такую ситуацию, где стоимость электроэнергии, совокупная стоимость конечной продукции, может составлять до 60%, в особенности для металлопереработки, включая алюминий или медные, например, заводы. С другой стороны, атомная энергия предоставляет владельцу горнодобывающего проекта, предугадывает цену на электроэнергию за десятилетия вперед. 2021 год продемонстрировал стабильность генерации атомной энергии в мире быстро меняющихся цен на топливо. Доля стоимости электроэнергии достигла 80% для ископаемого топлива, а для урана лишь 3%. Следовательно, даже если цена на уран значительно возрастет, мы, конечно, были бы очень рады, как Росатом этому обстоятельству, клиент практически не заметит изменений в стоимости электроэнергии. Это очень простая причина, которая стоит за решением владельцев Баимской зоны выбрать плавучие АЭС Росатома. Им необходима предсказуемость цены на электроэнергию, и они ее получили. Наши новые плавучие атомные электростанции основаны на новой ММР Росатома серии «Ритм». Это флагманская технология ММР, которая включает все лучшие характеристики предшественников и большая часть современных инноваций. Реакторы используют водные реакторные технологии. Это на самом деле безусловная безопасность и компактность. Поскольку ММР серии «Ритм» является многофункциональными, сегодня мы работаем и над новыми плавучими электростанциями, и над первыми наземными АЭС. Давайте поближе посмотрим на наземную АЭС. Данная электростанция может производить до 110 мегаватт электроэнергии, если скомбинировать два агрегата. Однако в связи с модульной природой мощность можно наращивать по необходимости.
обеспечение беспрепятственного энергоснабжения как минимум 60 лет. Данная электростанция имеет относительно короткий период строительства, поскольку большая часть компонентов реактора заранее изготавливаются вне площадки. Электростанцию можно построить за 3-4 года. Это удивительное достижение для всемирной атомной отрасли. Сейчас вы, наверное, задаетесь следующим вопросом. Если вы предоставляете новые плавучие ММР, где продаются ваши наземные ММР? Ответ очень простой. У нас, вы знаете, есть правило в Росатоме. Сначала мы строим что-то в своей собственной стране, проект строим дома, а только после этого мы предлагаем его на рынке. Однако не беспокойтесь. Как я уже сказал, мы работаем над первой АЭС наземной, и мы очень гордимся, что мы можем объявить, что первая подобная атомная электростанция с ММР Ритм-200Н будет введена в эксплуатацию в 2028 году в северном российском регионе, в Якутии. Этот проект является идеальным доказательством моего третьего комментария в отношении ММР. Они на самом деле блистают в том, что касается устойчивости и экологичности. Опять же, позвольте мне доказать мои слова фактами. Во-первых, сегодня Якутия, это удаленный северный регион России, зависит полностью от дизеля и от угля, и они являются источником значительного объема вредных выбросов. Новые ММР внесут свой вклад в снижение выбросов на уровне до 20 тысяч тонн СО2 в год. Данная чистая низкоуглеродная электроэнергия будет использоваться отчасти для разработки локальных залежей золота. Чистая электроэнергия означает чистые и устойчивые цепи поставок. Это то, что необходимо для декарбонизации и для сохранения уникальной локальной природной среды. Помимо этого, строительство АЭС на ММР предоставить данному региону энергетическую независимость, потому что доставки топлива будут происходить лишь один раз в 5-6 лет, и это снизит стоимость электроэнергии и тепловой энергии значительно по сравнению с текущими ценами. По нашим подсчетам, примерно в два раза снизится цена. И, наконец, во время строительства АЭС будет создано до 800 новых рабочих мест, что поможет повысить качество жизни для местного населения. В связи с этими экономическими и экологическими причинами местное правительство уже подтвердило покупку до 50 мегаватт электроэнергии от этой атомной электростанции. Итак, как мы увидели, ММР предоставляет интересную энергетическую опцию. У нас есть множество интересных ММР. Я не хочу себе хвалиться, хвастаться, но у нас, наверное, самый крупный портфель концепций и дизайнов проектов ММР от баржевых до ледоколов, до наземных ММР. Однако, как всегда, на этом мы не останавливаемся. Мы продолжаем расширять нашу номенклатуру ММР. Господин Лихачев уже упоминал о том, что это очень и очень большой масштаб, большой ассортимент разных реакторов. В настоящее время мы работаем над более мощной опцией ММР серии Ритм. Ритм 400 будет почти в два раза мощнее, чем текущий рядом Ритм 200. Мы ожидаем, что запуск его состоится в 2027 году. Это будет на нашем первом ультракрупном атомном ледоколе. И, конечно же, серия Ритм — это не все, что у нас есть. Как часть усилий Росатома по тому, чтобы перейти к закрытому топливному циклу, мы разрабатываем реактор SVBR-100, также ММР. Это будет реактор четвертого поколения на основе охладителя на тяжелых металлов. Электрическая мощность 100 мегаватт. И работая с ММР, мы задаемся следующим вопросом. Если у нас хорошо получается делать что-то малое, почему бы не перейти на уровень микро? Наш микрореактор называется Shelf-M. Электрическая мощность составляет до 10 мегаватт, обладает циклом перезарядки ядерного топлива 8 лет и проектный срок эксплуатации минимум 60 лет с возможностью продления. Мы уже видим огромный интерес к этой технологии по всему миру и ожидаем, что этот сегмент будет быстро расти в предстоящие годы. Микрореакторы имеют ряд уникальных характеристик. Они полностью строятся на заводе-изготовителе, их можно устанавливать на площадке, их можно быстро перевозить и удалять с площадки. Они настолько маленькие, что их можно перевозить на грузовике. Я думаю, что в ближайшем будущем микрореакторы можно будет использовать в удаленных регионах для того, чтобы заменять устаревшие дизельные генераторы. Однако в долгосрочной перспективе их можно интегрировать с возобновляемыми источниками в
сетевых применениях. Это будет очень хорошая комбинация, очень эффективная и очень экологичная. Теперь позвольте сказать несколько слов для того, чтобы подытожить мое выступление. Мы серьезно относимся к ММР. Для нас это не хайп, для нас это реальность. И мы уже некоторое время занимаемся этим. Давно. Мы делаем это не потому, что это модно. Мы уже успешно реализовали ряд проектов, и мы готовы данную технологию вывести на глобальный энергетический рынок. В настоящее время мы ведем переговоры по потенциальным проектам ММР более чем с 10 странами по всему миру. Некоторые из них присутствуют здесь сегодня, мы за это очень признательны. И мы видим интерес от еще большего числа стран. Сегодня вы увидели, по крайней мере, я пытался продемонстрировать нашу последнюю продукцию, которая разработана для того, чтобы трансформировать глобальный энергетический ландшафт. Однако от нас поступит еще больше прорывных технологий. Хочу пригласить вас присоединиться к Росатому на этом интересном пути по направлению к миру с чистым и надежным энергоснабжением. Спасибо за ваше внимание всем. Я надеюсь, что я вас не утомил техническими деталями. И надеюсь, что вместо этого я заинтересовал вас нашими классными технологиями. Спасибо. Большое спасибо, господин Комаров. У меня PhD в истории, и очень понятна была речь. И теперь, и это на самом деле очень уникальное мероприятие сегодня. Мы послушали разработчика технологии, и теперь мы хотим послушать клиентов международной организации, и поэтому я очень рад, что с нами сегодня господин Леон, который представляет мировое сообщество атомной энергетики. Давайте, может быть, мы я сказал только что у меня испанский язык родной язык, и я уже говорил, что я буду на разных языках выступать, и почему я говорил об этом, здесь очень многие презентации на русском, и я буду говорить не только о российской Арктике, но об интересах и о спросе. В прошлом году на мировой ядерной выставке была выставлена золотая возможность создания равноправного мира. Вы думаете, что новые технологии, они могут поменять среду полностью, и они могут внести свой существенный вклад в энергетический баланс? Большое спасибо, Сергей. Мне очень приятно с вами здесь быть. Я с вами полностью согласна. И мир действительно совершенно поменялся за последние 2 года, и атомная энергетика действительно признается как ключевой компонент низкоуглеродного энергетического баланса, но я с вами согласна, что ММР добавляют очень много энергии в этот, так сказать, энергетический баланс, и мы в атомном сообществе и за пределами этого сообщества мы видели очень много ускорения инновационных идей, которые кристаллизовались именно по разработке ММР. И я говорю, и с точки зрения технологий, новые хладагенты, новые топлива, и также цикл перезарядки. Разрабатываются абсолютно различные стратегии для производства электроэнергии. И на другом уровне мы видели, что мир начал обращать внимание на атомную энергетику гораздо больше из-за технологии ММР, потому что она лучше вписывается в энергосистему будущего по сравнению, например, с традиционными крупномасштабными атомными электростанциями. Они являются, так сказать, амбассадорами этой атомной энергетики на мировом уровне. И многие страны, и некоторые из них уже используют атомную энергетику, но некоторые страны
никогда не использовали атомную энергетику, потому что это не являлось частью их возможностей. И ММР, малые модульные реакции, это что-то, что они смогут использовать, потому что возможно инсталлировать эти реакторы в удаленных территориях, районах, там, где у людей нет доступа к электрическим сетям. Также ММР также могут генерировать тепло, и это дает огромную возможность для декарбонизации всех секторов экономики. Как мы уже услышали от мистера Комарова, электричество для индустриального процесса, например, производство свежей воды, производство водорода, и это все и другие технологии, это все создает огромные возможности. И технологии ММР сейчас кристаллизируются, и законодательные органы также принимают этого внимание. Очень важно здесь с точки зрения бизнес-кейса, это малые проекты, у них сокращенное время строительства, они используют преимущества от упрощенной модульной конструкции. И они будут гораздо более доступны, для, например, для тех стран, которые не могли ранее позволить себе строительство крупной атомной электростанции. И также ММР тоже можно увеличивать возможность увеличения мощностей, добавлять, начать строительство с 50 мегаватт и добавить еще 50 через несколько лет. То есть мы, эта идея модульных реакторов очень важна для всей структуры, и которую мы видим в атомной энергетике. Вы сказали, что ММР также является частью производства водорода. Да, конечно. Существует много технических процессов, которые используются для производства водорода. В настоящее время водород производится на основании ископаемого топлива. И если мы возьмем ММР, это уже не научная фантастика, это существующая технология. И использование электричества и тепла, которое производит ММР, с этой помощью мы можем производить водород и в большом масштабе также. Это очень важный кусочек пазла, но все в мире, также это позволит всем в мире получить доступ к чистой и доступной энергетике. Большое спасибо. И я хотел бы не поменяться местами, а перейти к другой стороне истории. Это наши потенциальные клиенты. С нами сегодня представители достаточно небольшой страны, которые уже много лет использовали атомную энергию. И несмотря на трудную историю последних нескольких десятилетий, мы говорим об Армении, 35% электричества производится атомной электростанцией. Если мы пересчитаем, у нас гость из Армении Эдуард Мартиросян, глава Минсомольской АЭС, который расскажет нам об успешном использовании атомной энергии в его стране. Большое спасибо, Сергей Борисович. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Чуть повыше микрофон.
Ну, в кратком моем выступлении считаю уместным в очередной раз подчеркнуть особую значимость атомной энергетики для практически всех сфер жизнедеятельности Армении. Ясно, что для этого не обойтись без небольшого экскурса в историю становления и развития данной отрасли в нашей республике. В прошедшем 2021 году исполнилось 55 лет с принятия решения Совмином СССР о строительстве армянской АЭС. И 45 лет, как мы выдали первые киловатты в энергосистему республики. Мы с благодарностью отмечаем, что за рождение, становление и развитие атомной энергетики Армении на начальном этапе практически полностью было обеспечено научно-техническим потенциалом Советского Союза, а по сути России. Следует отметить, что на начальном этапе атомная энергетика в Армении воспринималась как некая экзотика, поскольку не являлась жизненной необходимостью в республике, где и без того имелось ощутимое перепроизводство электроэнергии, избыток которой через общесоюзную сеть перенаправлялся в соседние республики. В период обретения независимости Армении, распада СССР, это восприятие на фоне разрушительного Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 года и постчернобыльского синдрома привело к останову армянской атомной электростанции. Это был февраль-март 1989 года. И к практическому отказу в будущем от атомной энергетики. Однако последовавший в начале 90-х годов энергетический кризис и коллапс экономики в республике потребовал пересмотра этой позиции. И 5 ноября 1995 года энергоблок номер 2 армянской атомной электростанции был перезапущен, что фактически реанимировало жизнедеятельность Армении. Соответственно, и изменилось и отношение общественности Армении к атомной энергетике. Пришло понимание, что для республики, с учетом ее анклавного географического положения и отсутствия собственных природных энергоносителей, единственным гарантом энергетической и общей независимости является атомная энергетика. Последующий после перезапуска энергоблока период без инцидентной его эксплуатации обосновывает общественную оценку АЭС как надежного, стабильного и безопасного источника чистой электроэнергии. Подобная оценка обеспечена существенными инвестициями в повышение безопасности нашего объекта атомной энергетики за рассматриваемый период. В этом направлении было выполнено более сотни крупных и порядка тысячи мелких мероприятий, общей стоимостью более 300 миллионов долларов США. В настоящее время эксплуатируемый энергоблок, второй энергоблок армянской АЭС, находится на более высоком уровне безопасности, чем в момент его остановки в 1989 году. Представленная оценка состояния безопасности нашей станции подтверждена результатами миссии МАГАТЭ, ВАНО, других международных организаций, что и явилось основанием для начала работ по продлению срока эксплуатации энергоблока номер 2 армянской АЭС до 2026 года. При этом действующее с 1995 года ограничение тепловой мощности 92% было повышено и смягчено до 98% благодаря коренной модернизации 9 важнейших систем безопасности. А все это произошло при поддержке и непосредственном участии специализированных организаций, входящих в структуру госкорпорации «Росатом». Кроме того, в рамках той же программы были обновлены оборудование и системы генерации электроэнергии, турбины, генераторы, трансформаторы и другие части атомной электростанции, что существенно сказалось на эффективности производства электроэнергии на нашем энергоблоке. В общей сложности результатом нашего сотрудничества с российскими предприятиями, обеспеченного акционерным обществом «Росатом Сервис», стало повышение выходной электрической мощности энергоблока на 15% до 440 мегаватт при более высоком уровне безопасности. Дальнейшее развитие энергетической отрасли в Армении однозначно и надолго связано с ее атомной составляющей, что подчеркнуто в стратегической программе развития энергетического сектора Армении до 2040 года. Этой программой предусмотрено сооружение нового объекта атомной энергетики, замещающего ныне эксплуатируемый
энергоблок при исчерпании его ресурса. Исходя из недопустимости для Армении перерыва в использовании атомной энергетики, программы предписаны и продолжение эксплуатации энергоблока номер 2 до ввода в действие новой атомной электростанции. Значение атомных технологий для Армении не исчерпывается потребностями энергетической отрасли. В настоящее время Армения входит в число 31 страны, эксплуатирующих объекты атомной энергетики, что позволяет нам на равных вести диалог с мировым научно-техническим сообществом данной отрасли. Благодаря этим контактам в Армении сформировался серьезный научно-технический потенциал, позволяющий реализовывать современные технологии в различных сферах экономики республики. Тесное сотрудничество в сфере атомных технологий с различными международными организациями способствует созданию и развитию национальных кадров, дефицит которых на начальном этапе вызывал множество проблем. Армянская атомная электростанция является одним из стратегических объектов, обеспечивающих энергетическую и общую безопасность и независимость Армении, выполняет и немаловажные социальные функции, в частности, удержание потребительской стоимости электроэнергии в приемлемых пределах благодаря минимальной стоимости электроэнергии, производимой на АЭС, создание и сохранение рабочих мест, что положительно сказывается на общем уровне занятости населения республики, а также создание и развитие отдельных предприятий научно-технической инфраструктуры. В общей сложности можно говорить о почти 10 тысячах рабочих мест, так или иначе, созданных в Армении благодаря использованию атомной энергетики, в том числе и вследствие того, что армянская АЭС является градообразующим предприятием. Город Медзамор, где расположена данная станция, был сооружен в период строительства АЭС и развивается в настоящее время для обеспечения необходимых социальных условий для сотрудников станции и их семей. В заключение хотелось бы еще раз отметить, что благодаря безупречной эксплуатации армянской АЭС в течение всего периода независимости атомной энергетики в Армении признана крайне важным атрибутом жизнедеятельности республики. Соответственно, все вопросы, связанные с продолжением безопасности эксплуатации АЭС, приобретают государственное значение. Спасибо за внимание. Спасибо, Эдуард. Тем, кто не бывал в Армении, хочу сказать, что, конечно, один из самых прекрасных видов на Земле, который открывается, это на гору Арарат из Еревана. Но как же приятно, когда Ереван еще ярко освещен. И вот они друг друга освещают, Арарат и Ереван, благодаря атомной энергии. Спасибо большое. I am honestly afraid of presenting the next country. Because every single time I pronounce the name of it, Kyrgyz Republic, I always remember that every single time I come back from there, I gain a couple of kilos, because their hospitality is certainly accompanied by specific cuisine, very tasty. However, we are talking about this country, which is a peculiar country. If you look at its development rates before the pandemic, it was growing by 4%, its population was growing by 2%. It's a proud member of the Eurasian Economic Union these days. But, traditionally, its energy balance has been based on the hydroelectricity, up to 80%. Yet today, given the circumstances of which our next speaker will be talking to us, it's actually looking at SMRs too. Сегодня с нами Тилек Айталиев, заместитель министра энергетики Кыргызстана. Прошу подняться вас на сцену. А вопрос у меня к вам простой. А что это вы вдруг действительно с таким энергобалансом, с такими-то реками начали тоже присматриваться к АСММ? Ну, прежде всего, разрешите поприветствовать, уважаемые коллеги. Хочется выразить слова благодарности за то, что организовали такую площадку, где у нас имеется возможность выразить свое мнение, поделиться своими планами. Соответственно, самое немаловажное – то, что у нас появляется возможность учиться, делиться опытом. Отвечая на ваш вопрос, прежде всего хочу сказать, что самым главным на сегодняшний день на повестке дня в энергетике все-таки возникает вопрос по обеспечению стабильной генерации в части выдачи мощности ровным графиком 24/7. Исходя из этого, да, у нас на сегодняшний день энергобаланс составляет
превалирующее большинство, это все-таки энергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями, все же в эпоху, когда весь мир движется в направлении зеленой энергетики, обеспечения источниками, возобновляемыми источниками энергии, немаловажным и самым актуальным вопросом все-таки становится вопрос традиционной энергии. И как раз таки в этом заключается наш ответ на ваш вопрос, именно в части обеспечения стабильной, традиционной, бесперебойной энергии, которая прежде всего будет направлена на обеспечение энергетической безопасности. Исходя из этого возникает следующий вопрос, который непосредственно затрагивает вопросы экономики в энергетике. Это необходимость, так скажем, расчетов, которые дадут нам возможность определить свою стратегию на несколько лет, а то и десятилетий вперед, путем определения себестоимости вырабатываемой электрической энергии. Учитывая, что спрос на электрическую энергию, он абсолютный, он безудержно растет, и, соответственно, наша жизнедеятельность, в целом жизнедеятельность страны, людей, живущих в ней, становится все более привязаны к потреблению электрической энергии. Исходя из этих целей, как раз таки определяется стратегия, определяется политика развития энергетического сектора, поэтому мы, Кыргызская Республика, энергетики Кыргызской Республики, как раз таки видим отдельным из источников стабильной энергии как раз таки строительство таких атомных электростанций, ну, прежде всего, малой мощности, а потом уже, возможно, будет этот вопрос развивать дальше. Что еще хочется сказать? Хочется сказать, что источники энергии, какие бы они ни были, они необходимы именно в части обеспечения жизнедеятельности. То есть все мы видим, что у каждого источника энергии есть свои определенные уязвимые места. То есть гидроэлектростанции, да, мы все понимаем, что это чистая энергия, но все же мы будем зависеть от некоторых показателей по приточности воды, по ее цикличности и так далее. Вторым немаловажным фактором именно в развитии энергетического сектора путем внедрения, так скажем, источников, возобновляемых источников энергии, это солнце, ветер, да, они тоже нужны, это необходимо, потому что это тоже дополнительный источник генерации, но здесь возникает самый большой вопрос по регулированию мощности. И как раз таки гидроэлектростанции, ровно так же и атомные электростанции, мы выражаем надежду, что это позволит нам регулировать и, соответственно, не позволять, так скажем, выпадению этой энергии в часы максимума. То есть, простыми словами, если донести до каждого нашего слушателя, это то, что есть такой маленький принцип: дорога ложка к обеду. То есть есть энергия, источник бесперебойной энергии, соответственно, в часы максимум этот вопрос не будет возникать, и, соответственно, нам придется уже как бы обеспечивать это все-таки. В условиях нашей республики я хочу сказать, что на сегодняшний день направление именно по развитию энергосектора и те показатели роста потребления электрической энергии, учитывая, что Кыргызская Республика относится к странам с развивающейся экономикой, соответственно, перед нами стоят большие задачи, амбициозные задачи по именно обеспечению секторов экономики и населения бесперебойным снабжением электрической энергии. Хочу еще раз поблагодарить моих коллег с корпорации «Росатом». Хочу поблагодарить руководителя корпорации Алексея Евгеньевича. Хочу поблагодарить вашу команду за такую работу, за слаженный труд. И на самом деле самое сложное в любой работе – это все-таки ее организация. Поэтому хочу пожелать вам дальнейших успехов. Мы, Кыргызская Республика и Российская Федерация, мы партнеры, мы союзники, и все наши вот эти дальнейшие укрепления наших деловых связей будут все-таки раскрывать именно суть вопроса, именно вопрос и суть слова «союз». Поэтому я более чем уверен, что история, которая нас связывает, и будущее, которое мы будем строить вместе, оно будет успешным, стабильным, и самое главное, это будет
благоприятные условия для наших и ваших, в том числе, соотечественников. Спасибо большое. Если есть вопросы, готов ответить. У меня есть предложение. Мы буквально в прошлом году, мы «Глобальная энергия» вместе с Евразийским банком развития выпустили первый доклад о путях развития энергетики в Центральной Азии. Там очень интернациональный состав автора. Но я сейчас вдруг понял, что доклад-то был неполный. Давайте-ка мы к следующему изданию атомную туда историю добавим. Ладно? Пора, согласен. Пора. Но я вот сейчас понял, что пора. Спасибо согласен. Вам большое. Спасибо. История ходит по кругу, и буквально в августе прошлого года, когда я вел Восточный экономический форум в Владивостоке, где были президенты России, Казахстана и Монголии, мы говорили об этом проекте, о том, который сейчас у нас будет представлен, о котором Кирилл Комаров уже говорил. Это действительно развитие этих совершенно уникальных месторождений на крайнем севере России, которые висели десятилетиями, они были разведаны в 70-е годы, а разработать их, в общем-то, можно по большому счету только сейчас. У нас сейчас будет Сергей Рыжов, я, собственно, приглашаю его на сцену. Сергей Рыжов, который представляет компанию «Селегдар», является председателем совета директоров. Это та самая компания, которая будет работать на севере Якутии и которая решила из всего имеющегося выбрать технологию ASMM. Вопрос очевидный, почему? Ну, так получилось, что ПАО «Селегдар» — это компания, которая будет долгое время устойчиво энергоснабжаться от двух малых атомных станций. Это атомные станции малой мощности на крайнем севере Якутии и от уже действующей плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» на Чукотке. И второй такой компании, наверное, сегодня в мире нет. Коротко о нас. Мы добываем золото и олово на Дальнем Востоке России и активно развиваемся. У нас есть два новых больших проекта развития. Они расположены вблизи Северного Ледовитого океана, и туда нет дорог. Ближайшая дорога и ближайшая линия электропередач Единой энергосистемы России находится более чем в 1000 километров от нас. От каждого из этих месторождений. И вот сегодня какие мы видим преимущества атомных станций малой мощности как потребитель? Первое, наверное, главное – это устойчивость энергоснабжения. Атомные станции малой мощности, в отличие от больших реакторов, могут работать в режиме следования за нагрузкой. Таким образом, они имеют высочайшую маневренность и качество электроэнергии. Именно таким термином «качество электроэнергии» оперируют наши специалисты, которые обеспечивают устойчивую работу сложного обогатительного оборудования, которое требует именно вот этого качества. Второе. Экономика. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой на станциях малой мощности, конкурентно по сравнению с другими энергетическими решениями на Крайнем Севере, включая как дизельную генерацию, которая широко распространена, а также по сравнению с ветровой и угольной генерацией. Третье, тоже экономический фактор. Атомные станции малой мощности это предсказуемость тарифов на долгие годы вперед, на весь период отработки месторождения, который составляет десятилетия. Это обусловлено низкой топливной составляющей, и что особо важно для нас, для недропользователя, как на этапе проектирования месторождения, так и на этапе уже эксплуатации. Четвертый фактор – не менее важные, чем все остальные, это углеродный след и другие аспекты устойчивого развития. На всем жизненном цикле атомной генерации она имеет минимальный углеродный след по сравнению с другими источниками электроэнергии. И для нас это не только решение проблемы нашего энергоснабжения, но и отсутствие загрязнения Арктики и Крайнего Севера. Также
Это важно для наших потребителей, потому что наши потребители будут понимать, что они покупают у нас зеленую продукцию. Пятое. Глубина переработки сырья. Традиционно на севере компании перерабатывают руду, производят концентраты и вывозят ее уже в другие районы. Имея такой источник энергии, как атомные станции малой мощности, мы уже сейчас проектируем полный цикл производства, отказываемся от дорогостоящей транспортировки. Таким образом, мы снижаем длительность нашего производственного цикла, снижаем наши транспортные расходы, повышаем производительность труда и выпускаем зеленую продукцию. Шестое. Инфраструктура. Вокруг атомных станций малой мощности, несомненно, будут строиться новые объекты, будут использоваться все возможности регионов. И такая программа комплексного развития территории с учетом строящейся станции малой мощности уже сейчас с нашим участием разрабатывается правительством Якутии. Седьмое. Масштабируемость. При возросшем спросе, который может быть как с нашей стороны, так и со стороны других предприятий на территории, возможно увеличение мощности за счет ввода новых реакторов. Таким образом, я считаю, что атомные станции малой мощности – это оптимальное энергетическое решение для таких удаленных территорий, как север Якутии и Чукотки. Росатом имеет богатый опыт проектирования, строительства, эксплуатации малых реакторов. Таких реакторов построено уже 6, и они же будут использованы для работы атомной станции малой мощности в Якутии. Ну и вот как подведение итогов скажу, что для нас атомная станция малой мощности – это одна из составных частей реализации стратегии развития ПАО «Селикдар» на ближайшие десятилетия. У меня два подвопроса. Просто напомните, у вас же там такая интересная история, да, что ну, так или иначе Северный Ледовитый океан пока замерзает, и вы там какую-то дорогу еще делаете, да, вбок, чтобы быстрее доставлять свою продукцию, да? В рамках программы комплексного развития Якутии планируется запроектировать и построить дорогу. Это тоже такой фактор, который вот, старт этому проекту, старт вообще этой идеи и старт начала проектирования дала именно атомная станция малой мощности. Поэтому вокруг станции, вокруг дороги, безусловно, будут созданы новые производства, новые города, поселки, и это вот такое комплексное развитие. Я к чему, что даже те, кто здесь присутствует, представляют самые богатые страны, там Европы, они когда приезжают в Эмираты, по-русски говоря, балдеют, переводчики, справляйтесь, с тем, что все дороги освещены. Это вот, значит, такая вот световая нить пойдет из центра Якутии до берега океана? Ну, насчет световой мы пока не задумывались. Главное, дорога пойдет. Это удивительно, на самом деле, если вдуматься, скажешь, как АСМ меняется быт. Спасибо вам большое. Спасибо. Now we're just back, so to say, from Yakutia. But now we will go even further, given the geographical distances, further from the frontage, if you so wish. We're going to an archipelago in Asia Pacific, which is, of course, the Philippines, one of the biggest archipelagos in the world. I think we're talking about 7,100 islands, which comprise that
архипелага. And this is, of course, the это размер архипелага. Это, конечно же, страна, президент которой выразил свою заинтересованность в ММР. Я должен сказать, что в стране находится около трети населения АСЕАН. Это одна из наиболее быстро растущих стран. И теперь мне придется все остальное цитировать, потому что всегда рискованно, конечно, ссылаться на государственные нормативы. Но в июле 2020 года президент Дютерте дал зеленый свет развитию гражданскому использованию атомной энергетики посредством президентского постановления номер 116, которое предусматривает создание межведомственной комиссии по программе атомной энергетики и предусматривает проведение исследования. Now we have asked Alfonso Cusi, Secretary of the Department of Energy of the Republic of the Philippines, to answer our question. This is going to be a pre-recorded address, but the answer to the question why the Philippines are actually interested in the Rosatom, Russia's SMR technology. Let's now listen and watch what he had to say. To all participants, assalamu alaikum. I greet you all. Pleasant afternoon. Let me congratulate Rosatom for a successful hosting of the World SMR Day. Переводчик не понимает выступающего из-за проблем со связью. This is small modular reactor technology for SMR. It is a game changer in the global nuclear energy landscape. A SMR can be built in location that traditionally переводчику звук не поступает от выступающего. Можно строить рядом с энергоемкими промышленностями или удаленными сообществами. Можно интегрировать существующие электросети. ММР модульный – это возможность для Филиппин. Я сказала им. Can you feed it to our headphones? Sorry? Это обеспечивает предсказуемые поставки. Филиппины состоят из тысяч островов. Лузон, Визайес, Минданао – это основные. Мы ждем, пока наладят связь для переводчиков. Росатом обладает большим опытом, более 75 лет. И эти технологии известны своей надежностью и безопасностью. В 2017 году мы посетили Санкт-Петербург и мы рассмотрели плавучие атомные электростанции. Мы так понимаем, эта электростанция уже пущена в эксплуатацию. И во время визита я выразил нашу заинтересованность в том, чтобы рассмотреть возможности этих АЭС на Филиппинах. Мы ранее подписывали меморандумы в 2019 году для рассмотрение возможности строительства малых реакторных технологий на Филиппинах, либо наземных, либо офшорных. Мы разрабатываем план действий. Как вы знаете, Филиппины начали программу изучения ядерной энергетики. Переводчик не слышит выступающего. В стране создана межведомственная комиссия, которая подготовила предложение президенту Дютерте в отношении разработки позиции о включении ядерной энергетики в нашу структуру энергопотребления.
Росатом поддерживает программу развития атомной энергетики и выражаем свою признательность Росатому за поддержку. Надеюсь увидеть вас на Филиппинах. Альфонсо Куси, конечно же, упоминал департамент или Министерство энергетики. Кстати, также стоит отметить, что у меня также есть уникальный опыт в том, что касается этих стран. Я здесь первый раз был в 1995 году. Несмотря на то, что я постоянно переезжаю с места на место, я в Эмиратах так и не побывал снова с тех пор до ноября прошлого года. Можете себе представить мое удивление, когда я увидел, чего достигла эта страна, включая, кстати, освещенные дороги. Но в том, что касается сегодняшней презентации, я могу сказать следующее. Эти ММР на самом деле должны изменить мир. Будь то освещенные дороги в глубине Якутии, будь то другие проекты, выглядит все просто удивительно. И теперь я исчезну буквально на несколько минут, потому что сейчас мне хотелось бы освободить эту сцену для чего-то весьма-весьма практичного. Я был модератором множества подобных сессий, но вы знаете, обычно ничего не происходит. Мы организуем какое-то собрание, мы слушаем друг друга, но очень редко происходит ряд каких-то других мероприятий, где люди на самом деле что-то подписывают в результате подобных сессий. И, насколько мне сказали, здесь будет несколько подписаний в настоящее время. То есть, как говорят в Росатоме, нужно отвечать за свои слова. Теперь я исчезну и предоставлю эту сцену тем людям, которые будут подписывать двусторонние соглашения. Пожалуйста, слово вам. Уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания. Dear ladies and gentlemen, may we have your attention, please, for the signing ceremony. Для участия в церемонии на подиум приглашаются Алексей Евгеньевич Лихачев, Абдилатив Кудайкулович Жумабаев, Тилек Анаркулович Айталиев. May we kindly ask the following participants to take their places on the podium. Mr. Алексей Лихачев, Mr. Абдилатив Жумабаев, Mr. Тилек Айталиев. Документ к подписанию. Меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии Росатом и Министерством энергетики Киргизской Республики о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности. The document to be signed is the Memorandum of Understanding between State Atomic Energy Corporation, Rosatom, and the Ministry of Energy of the Kyrgyz Republic on cooperation in small modular reactors construction. Со стороны Министерства энергетики Киргизской Республики меморандум был подписан министром энергетики Даскулом Джумагуловичем Бекмурзаевым. On behalf of the Ministry of Energy of the Kyrgyz Republic, the memorandum was signed by the Minister of Energy, Mr. Даскул Бекмурзаев. Со стороны госкорпорации «Росатом» меморандум подписывает генеральный директор госкорпорации Алексей Евгеньевич Лихачев. On behalf of State Corporation «Росатом», the memorandum shall be signed by «Росатом» Director General, Mr. Алексей Лихачев. Меморандум подписывается в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Киргизской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах Абдилатифа Кудайкуловича Жумабаева и заместителя министра энергетики Киргизской Республики Тилека Анаркуловича Айталиева. The signing ceremony is witnessed by His Excellency Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kyrgyz Republic to the United Arab Emirates, Mr. Абдилатиф Жумабаев, and Deputy Minister of Energy of the Kyrgyz Republic, Mr. Тилек Айталиев. Поздравляем с подписанием меморандума. Congratulations on signing the memorandum. Благодарим участников церемонии и просим занять места в зале. Просьба Алексея Евгеньевича Лихачева остаться на сцене. We thank the participants and invite them to take their seats. Продолжаем церемонию подписания. The signing ceremony shall continue.
Для участия в церемонии на подиум приглашаются Гнел Гензелович Санасян, Эдуард Ашотович Мартиросян и Евгений Маркович Пакерманов. May we kindly ask the following participants to take their places on the podium. Mr. Gnel Sanasyan, Mr. Eduard Martirosyan, and Mr. Yevgeny Pakermanov. Подписывается меморандум о взаимопонимании для проработки возможного сотрудничества по сооружению новых атомных энергоблоков российского дизайна на территории Республики Армения между закрытым акционерным обществом «Армянская атомная электростанция» и акционерным обществом «Русатом Overseas». Memorandum of Understanding for the elaboration of the eventual cooperation in the construction of new nuclear power units of Russian design on the territory of the Republic of Armenia between Armenian Nuclear Power Plant and Rosatom Overseas shall be signed. Со стороны Rosatom Overseas меморандум подписывает президент Rosatom Overseas Евгений Маркович Пакерманов. Со стороны Армянской АЭС меморандум подписывает генеральный директор Армянской АЭС Эдуард Ашотович Мартиросян. On behalf of the Armenian Nuclear Power Plant, the memorandum is being signed by the director of the Armenian Nuclear Power Plant, Mr. Эдуард Мартиросян. On behalf of Rosatom Overseas, the memorandum is being signed by the president of Rosatom Overseas, Mr. Евгений Пакерманов. Меморандум подписывается в присутствии генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Евгеньевича Лихачева и министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Гензеловича Санасяна. The signing ceremony is witnessed by the Minister of Territorial and Infrastructural Management, Mr. Gnel Sanasyan, and the Director General of State Atomic Energy Corporation, Rosatom, Mr. Алексей Лихачев. Поздравляем с подписанием меморандума. Congratulations on signing the memorandum. Благодарим участников. Церемонии просим занять места в зале. Просьба Алексея Евгеньевича Лихачева и Евгения Марковича Пакерманова остаться на сцене. We thank the participants and invite them to take their seats. We kindly ask Mr. Алексей Лихачев and Mr. Евгений Пакерманов to stay on the podium. Продолжаем церемонию подписания. The signing ceremony shall continue. Для участия в церемонии на подиум приглашается Сергей Владимирович Рыжов. May we kindly ask Mr. Сергей Рыжов to take his place on the podium. Подписывается соглашение между акционерным обществом Rosatom Overseas и публичным акционерным обществом Серегдар о поставке и потреблении энергии атомной станции малой мощности для разработки месторождения полезных ископаемых Кючус. The agreement between Rosatom Overseas and Seligdar Public Joint Stock Company on the supply and consumption of energy from a small modular reactor plant for the development of the Кючус mineral deposits shall be signed. Со стороны акционерного общества Rosatom Overseas соглашение подписывает президент Rosatom Overseas Евгений Маркович Пакерманов. Со стороны публичного акционерного общества Seligdar соглашение подписывает председатель совета директоров ПАО «Селегдар» Сергей Владимирович Рыжов. On behalf of Seligdar Public Joint Stock Company, the agreement is being signed by the chairman of the board of directors of Seligdar, Mr. Сергей Рыжов. On behalf of Rosatom Overseas, the agreement is being signed by the president of Rosatom Overseas, Mr. Евгений Пакерманов. Соглашение подписывается в присутствии генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Евгеньевича Лихачева. The signing ceremony is witnessed by Director General of State Atomic Energy Corporation «Росатом» Mr. Алексей Лихачев. Поздравляем с подписанием соглашения. Congratulations on signing the agreement. Благодарим участников церемонии, просим занять места в зале. We thank the participants and invite them to take their seats. Просьба Алексея Евгеньевича Лихачева остаться на сцене.
We thank the participants and invite them to take their seats. We kindly ask Mr. Alexey Lihachev to stay on the podium. Продолжаем церемонию подписания в онлайн-формате. The signing ceremony via video conference connection shall continue. Для участия в церемонии на подиум приглашается Антон Валерьевич Москвин. May we kindly ask Mr. Anton Moskvin to take his place on the podium. Подписывается совместный план действий и техническое задание на проведение предварительного технико-экономического обоснования реализации проекта АСММ на территории Филиппин между Росатом Overseas и Министерством энергетики Республики Филиппины. The Joint Action Plan and the Terms of Reference on the elaboration of the Pre-Feasibility Study on the construction in the Philippines of nuclear power plants based on small modular reactor technology between Rosatom Overseas and the Department of Energy of the Republic of the Philippines shall be signed. Со стороны Министерства энергетики Республики Филиппин по видеоконференц-связи к нам присоединяется советник министра энергетики Филиппин, председатель компании Nepio, господин Херардо Эргуиза, для подписания документов. Со стороны Rosatom Overseas документы подписывает вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса Rosatom Overseas Антон Валерьевич Москвин. On behalf of the Department of Energy of the Republic of the Philippines, we are now joined via video conference connection by the Assistant Secretary of the Department of Energy of the Republic of the Philippines and Chairman of Nepio, Mr. Gerardo Lerguiza, for signing the documents. On behalf of Rosatom Overseas, the documents are being signed by Vice President for Marketing and Business Development, Mr. Anton Moskvin. Церемония подписания проходит в присутствии генерального директора госкорпорации Росатом Алексея Евгеньевича Лихачева. Поздравляем с подписанием совместного плана действий и технического задания. Congratulations on signing the joint action plan and the terms of reference. Благодарим участников церемонии. We thank the participants for taking part in the ceremony. На этом церемония подписания подошла к концу. Большое спасибо за внимание. The signing ceremony has come to an end. Thank you so much for your attention. I'm pleased to pass the floor over to Mr. Сергей Брилев. Well, ladies and gentlemen, actually to put things short. Thank you so much indeed for your participation. Дамы и господа, большое спасибо за ваше участие. Я хочу воспользоваться этой возможностью и президент Международной ассоциации энергетики. Which means that we're just a couple of months away from the final of the current nomination process for Global Energy Prize, which ends on the 20th of March. Теперь у нас два месяца осталось до выдачи призов на форуме глобальной энергетики. Я хотел бы еще раз подчеркнуть важность сегодняшнего мероприятия. Да, конечно, это правда, что некоторые новые технологии, они изобретаются где-то еще, и они могут быть применены в вашей стране. О чем я забыл? Я забыл о важном моменте — буфет и нетворкинг. Большое спасибо за ваше внимание.